Всем доброго дня! В сегодняшнем выпуске будем говорить коротко про самые главные события в Германии. В понедельник, 4 сентября, канцлер Германии опубликовал первую фотографию после падения на пробежке. Как он сам написал под своей фотографией, ему уже не терпится увидеть мемы, а также поблагодарил за добрые пожелания и подчеркнул, что все на фотографии выглядит значительно хуже, чем есть на самом деле. С официальных СМИ известно, что Олаф Шольц упал во время пробежки в Потсдаме и получил ушибы лица. Впоследствии его осмотрел врач, но никаких серьезных повреждений не было установлено. Из-за этого несчастного случая в прошлое воскресенье все встречи канцлера были отменены, но все же на этой неделе он будет работать в обычном режиме. Как заявил в понедельник представитель правительства, канцлер чувствует себя хорошо, но все еще выглядит немного потрепанным. Подобное фото канцлер Германии опубликовал с целью, чтобы общественность могла привыкнуть к его новому облику как минимум на ближайшие 2 недели, пока все эти ссадины и синяки не пройдут. Также всем ясно, в том числе и канцлеру, что подобное фото, как и другие подобные, вызовут очень много ажиотажа, а также шуток в его сторону в интернете. В Баварии не утихает антисемитский скандал, и решение Маркуса Зёдера не увольнять своего заместителя и земельного министра экономики Хуберта Айвангера вызвало еще больше критики со стороны политиков. Свое решение премьер-министр Баварии объявил на пресс-конференции в Мюнхене 3 сентября, сказав, что он не намерен увольнять Айвангера, назвав это несоизмеримым шагом. По его словам, он принял такое решение после всестороннего рассмотрения дела и продолжительного разговора с Айвангером, который заверил его, что не является автором антисемитской листовки. Кроме того, Айвангер также публично официально принес извинения, этим продемонстрировав раскаяние, и еще ранее он письменно ответил на перечень вопросов по предъявляемым ему обвинениям, и по мнению Зёдера этого абсолютно достаточно, чтобы принять решение. Многие немецкие политики очень серьезно раскритиковали подобное решение Зёдера, назвав его неверными, в частности, это министр экономики Германии Роберт Хабек, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала, что Зёдер принял подобное решение не из позиции ответственности, а из банального политического расчета перед выборами в Баварии. Однако, по ее мнению, борьба с антисемитизмом не должна быть вопросом тактики. Кроме того, она подчеркнула, что подобное решение наносит ущерб репутации нашей страны. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также подверг критике решение Зёдера, подчеркнув, что он не увидел в объяснениях Айвангера четкой позиции раскаяния и извинений. В свою очередь, президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии заявила, что решение Маркуса Зёдера не увольнять своего заместителя абсолютно не означает, что этот скандал полностью исчерпан. По ее мнению, Зёдеру необходимо восстановить доверие и дать понять, что его действия демократически и юридически обоснованы. В данном случае абсолютно однозначно можно сказать, что подобный антисемитский скандал очень невыгоден Маркусу Зёдеру, его партии перед выборами в Баварии в начале октября. Ну а также известно, что Маркус Зёдер является одним из сильных кандидатов на пост канцлера в будущем. И, возможно, это также негативно отразится на его рейтингах и репутации. Ну а какое ваше мнение по этой теме? Обязательно пишите в комментариях. Согласно данным официального опроса, который обнародовали 3 сентября в воскресенье, популярность правящей коалиции в Германии упала до самых низких показателей за все время с последних выборов в Бундестаг 2 года тому назад. В настоящее время актуальное правительство могло бы рассчитывать в общей сложности на 38% голосов избирателей. Еще неделю тому назад общий рейтинг правящих партий составлял на 1% больше, то есть 39%. За социал-демократов по-прежнему готовы голосовать 18% избирателей. Зеленые потеряли 1-процентный пункт, их рейтинг теперь составляет 13%, ну а рейтинг свободной демократической партии остался на уровне 7%. Ну а лидером официальных опросов по-прежнему остается Союз, его поддержали бы 27% избирателей. В то же время партию «Альтернатива для Германии» поддержали бы 21% населения, ну а за левую партию проголосовали бы только 5% избирателей. Что же касается политических симпатий наших многочисленных зрителей, то они уже неоднократно по этому поводу высказывали свое мнение в комментариях, и многие поддерживают партию «Альтернатива для Германии», а также «Союз».
Эра атомной энергии в Германии окончена, и она больше не будет использоваться. Так заявил в официальном интервью 2 сентября Олаф Шольц, комментируя недавнюю попытку Свободной демократической партии вернуться к обсуждению возможности возобновить работу АЭС в стране. Как образно выразился канцлер, использование атомной энергии в Германии – это мертвая лошадь. И тому, кто захочет построить новые атомные электростанции, потребуется 15 лет, и также необходимо будет потратить от 15 до 20 миллиардов евро на каждую станцию. Как пояснил политик, цель его правительства – это добиться к концу десятилетия ситуации, при которой 80% потребностей Германии в электроэнергии будут покрываться за счет возобновляемых источников, таких как энергия ветра, солнца, воды и биомассы. При этом канцлер, к сожалению, не объяснил, как дорого обойдутся все эти преобразования потребителям, налогоплательщикам. Будут ли они эффективны в долгосрочной перспективе? Почему, например, угольные электростанции на данный момент для правительства стали более чистыми, чем атомная энергия? Почему, например, Франция, Швеция и другие страны готовы инвестировать миллиарды в постройку новых атомных электростанций, они видят в этом перспективу, а Германия считает это дохлой лошадью? На данный момент вопросов у политиков, жителей Германии намного больше, чем ответов, и, к сожалению, государственная энергетическая политика не всем до конца понятна. В то же время важно констатировать, что за последний год цены на энергоносители в Германии очень существенно возросли. Намного больше, например, чем в сравнении с другими европейскими странами. Это, соответственно, создает огромную нагрузку на бизнес, промышленность, и, соответственно, многие политики на данный момент требуют снижения цен на промышленную электроэнергию. В этом вопросе канцлер Германии настроен очень скептически, и он считает, что подобное снижение цен на промышленную электроэнергию должен кто-то компенсировать и финансировать. И существует только три способа финансирования. Это или другие потребители электроэнергии должны заплатить за такое снижение, или же это должны сделать налогоплательщики, или долговое финансирование. По его мнению, все эти возможные варианты финансирования достаточно затратные или же для бюджета страны, или для налогоплательщиков и других потребителей энергии. Поэтому, соответственно, вероятнее всего, что в ближайшее время снижение цены на электроэнергию не произойдет. А на сегодня это были основные актуальные события. Также еще больше полезной информации вы традиционно можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Telegram и второй YouTube-канал, где мы обсуждаем психологические темы и еще много всего интересного без политики. Все ссылки есть в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, отличного вам настроения и до новых встреч!